о предварительных итогах декларационной кампании, а также о нововведениях текущего года рассказали на пресс-конференции, которая прошла в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Подробности в нашем следующем материале выпуска. 4 мая истекает срок, когда граждане России должны подать декларации о доходах за 2021 год. На данный момент в налоговой инспекции Тверской области подано почти 69 тысяч таких документов. Речь о двух категориях физических лиц. Первая, самая многочисленная, это юристы, нотариусы и граждане, получившие деньги от деятельности по целому ряду направлений. В первую очередь имеется в виду недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги. Также те физические лица, которые сдавали в аренду свою недвижимость, за исключением тех, кто у нас применяет налог на профессиональный доход, самозанятые так называемые. При этом в УФНС с удовлетворением отмечают, что с 42 до 57% выросло число тех, кто заявляет о своих доходах через личный кабинет. Это вполне логично, поскольку так намного проще и удобнее, говорят налоговики. Что касается второй категории граждан, то до 4 мая включительно декларации должны подать желающие получить налоговый вычет. В этом году таковых ожидают приятные нововведения. Например, вернуть проценты по уплаченным налогам могут посетители спортзалов. Если вы купили абонемент в фитнес-центр в 2022 году, через личный кабинет подаете заявление налоговый орган, который одобряет возможность вашему работодателю не удерживать с вас налог заработной платы в связи с вашими расходами на фитнес. Среди других нововведений – возможность до 28 февраля 2023 года сообщить о счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, а также долях участия или о контроле в иностранных компаниях. Те, кто добровольно задекларирует имущество и счета, получают правовые гарантии сохранности своего капитала, в том числе за пределами Российской Федерации. Кроме того, для декларанта сохраняется гарантия освобождения от уголовной, административной и налоговой ответственности. Такие шаги государство объясняет борьбой с выводом капиталов, а также тем, чтобы такие люди заплатили соответствующий налог в бюджет Российской Федерации, а не отделались символическим платежом где-нибудь на Сейшелах.